Thank you.
Это была пьеса «On Green Dolphin Street» Бронислава Капера «На зеленой улице Дельфина». Сейчас приглашаем на сцену Татьяну Вугачеву. Здравствуйте. Прежде всего, очень хочется сказать всем спасибо, но никто не свободен. Всем спасибо за то, что, несмотря на все жизненные обстоятельства, и в том числе теплый майский вечер, вы здесь, с нами, в этом зале. Огромное вам спасибо от всех нас, группы «Сарос», и от меня лично. Спасибо. Второй раз гостеприимный зал «Классики» открывает свои двери для нас. И очень хочется поблагодарить Александра Ивановича Иванникова за это. Передайте, пожалуйста, ему большое спасибо, что он разрешает нам здесь озвучивать эти стены прекрасные. Сегодня концерт будет совмещать в себе две, может быть, не совсем совмещаемые концепции взгляды на джаз как явление. Сегодня будет исполняться джаз и около джаз. Чё-то ты пугаешь людей. Это я только что придумала. Уполномоченный по джазу у нас Александр Сокуров. А ты по около джазу, что ли? Нет, за джаз. И его соратники и коллеги группы «Сарос». Ну, а за вторую часть программы полностью ответственна я. Это мой выбор. Мы уходим, значит. Да, в это время? Нет. Нет? Значит, мы все ответственны за все. Вы мне помогаете. Все за все ответственны. Вот что касается второй части, около джазовой, мне придется, наверное, объяснять вам, почему именно это вошло в состав сегодняшней программы. Ну, мне кажется, что это тоже джаз. А я и не спорю, Таня. Но сегодня мы с Сашей будем все-таки как-то иногда... Вместе будем рожать этот продукт. Хорошо. Всем приятного прослушивания, всем приятного вечера. Thank you.
Спасибо. Саша. Кстати говоря, сейчас будет пьеса совершенно сверхджазовая. Элла Фицджеральд. Выдающийся джазовый номер. Так что напрасно свалила весь джаз на нас. Ты тоже участвуешь в этом же. Кстати, этой песне «Fly Me to the Moon» исполняется в этом году 60 лет. А этой песне, да, 60 лет. А «I cry for you»? А вот сейчас я, Саша, буду кричать на тебя. «I cry for you». Будешь все-таки. Да. Но я на всякий случай лучше ретируюсь в таком случае. Хорошо. Песня называется «Я кричу на тебя». Саша, если ты уйдешь, как же мне? На кого же мне кричать? Татьяна Выгачева. И джазовая группа «Сарос». Анатолий Выборнов, клавиши. Фортепиано. Рояль. Виталий Юклашев, бас-гитара. Александр Сапуров, саксофон. Сергей Косов, гитара. И вместе с нами наши гости. Прекрасный музыкант. Вот говорят, прекрасная есть человек... Прекрасная девушка. Прекрасная. Я только хотела сказать. Ну, правильно, что я сказал мужчина. Я же мужчина, должен был я сказать. Александр Могилевич. Я уйду ненадолго, Саша. Ну, ты же накричала на всех. Можешь теперь отдохнуть. Мы сыграем балладу. В джазе называются балладами медленные пьесы. Которую написал Херби Хэнкок, знаменитый пианист. Она называется «Чен's Son». Он посвятил ее какому-то своему другу, которого зовут Чен. Может быть, китаец, но это не важно. Thank you.
Мы сыграем пьесу, которая называется «Рикард Дейм». Написал ее известный саксофонист Джо Хендерсон. Мы готовы? Are you ready? Thank you.
Саша Могилевич, соло на барабанах. Анатолий Выборнов, фортепиано. Виталий Юклашев, бас-гитара. Сергей Коцов, гитара. Ваш покорный слуга Александр Сакуров. Спасибо. Сейчас мы приглашаем на сцену Татьяну Вогачеву. А я хочу... Раз, два, один, два. Я хочу представить еще одного участника группы «Сарас». Владимир Сироткин, труба. Кстати, еще один участник нашей сегодняшней группы. Наш звукорежиссер Алексей Смирнов, от которого тоже сегодня многое что зависит. Леш, сделай меня погромче чуть-чуть. Мне кажется, меня не слышно. Нет? Сейчас будет исполнена замечательная пьеса. Она была написана в 1961 году к фильму «Завтрак у Тиффани». Специально была написана Генри Манчини и Джоном Мерсером для Одри Хепберн. Но после выхода вот этого фильма песня стала настолько популярной, что ее стали исполнять абсолютно все, в том числе и мэтры джаза, Элла Фицджеральд, Даяна Кролл, Сара Вон, Фрэнк Синатра и многие другие исполнители. Мон Рива. I'm crossing you in
Вот иногда даже радуешься, что не знаешь смысла текста английского. Ну вот сами посудите. Следующая пьеса называется «My Little Yellow Basket». Совершенно сумасшедший текст. Элла Фиджеральд поет о том, что она потеряла сначала желтую корзинку, потом письмо, которое подобрала какая-то девочка и положила в карман. И если это письмо и корзинку никто не найдет, то она умрет. В общем, вот собственно говоря, песня замечательная, поэтому исполняем ее с удовольствием. Уходить, а придется. Оставляю вас. Чего ненадолго? Надо подготовить следующую пьесу. Это будет пьеса, которая называется «Take Five» знаменитого саксофониста Пола Дезмонта и пианиста Дэйва Брубека. Был такой квартет. Дэйв Брубек, Пол Дезмонт. 60-е годы, очень известный ансамбль. Они экспериментировали все время с размерами, с нечетными. И у них очень много пьес нечетных написано. Вот это типичный пример, такой стал мировой классикой джаза. Take five, так и называется. Считай на пять. Или дай пять, держи пять. Thank you.
Саша Могилевич. Живая, не в телевизоре. Вот так она выглядит. Сейчас мы сыграем. Тут задумка такая была. Джона Колтрейна есть, великого тенор-саксофониста, американского, естественно, отца всего современного джаза, так грубо говоря. У него есть две пьесы. Одна называется «Steps Ahead». Это вершина стиля бибоп, когда гармония меняется там, со страшной скоростью. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. И надо успеть обыграть все эти аккорды вот так вот вертикально. Такая вот страшная музыка, просто жуткая. Как играем, я сам до сих пор не понимаю. А есть, и была у него пьеса, которая является величайшим достижением ладово-модального джаза, в которой, наоборот, такая горизонтальная, гармонию положил, и вот она тянется, тянется, но тоже надо, здесь надо что-то играть на один аккорд. Подумаешь, тоже длительное очень время тянется, потом модуляция, и тоже опять тянется, тянется. Эта пьеса называется «So what?» – «Ну и что?». А мы решили эти две пьесы странным образом объединить. И сделали композицию «So what?-Jane Steps». Что из этого получилось, сейчас вы услышите. Thank you.
Спасибо. Анатолий Выборнов, фортепиано. Виталий Юклашев, бас-гитара. Сергей Косов, гитара. Александр Могилевич, барабаны. Я все остальное. Спасибо. Сейчас мы приглашаем на сцену вновь Татьяну Богачеву. Я не знаю, как после Колтрейна петь следующую пьесу. Спокойно, спокойно. Придется, Таня, оправдываться. Да ничего, Колтрейн тоже... Нет, я должна сказать.
Он тоже мне рассказывали, что он тоже пел песни иногда. В баре выпьет лишнего. Буквально 30 секунд я расскажу предысторию, потому что она очень интересная. Эта песня была написана двумя американскими еврейскими авторами, Шаломом Секундой и Якобом Якобсом, в 1932 году. Для мюзикла на Бродвее он шел. Для мюзикла «Можно было бы жить, но не дают». И она не имела успеха, 5 лет шла на Бродвее. И после чего ее перевели с идиш на английский. Авторы песни продали ее за $30 на 25 лет. Ее спели прекрасные сестры Эндрюс. И она стала завоевывать Америку, а потом и весь мир. За первые 5 лет владельцы этой композиции, этой пьесы, заработали $3 миллиона на ней. Мама Шалома Секунды каждую субботу ходила в синагогу и спрашивала Бога, за что. Видимо, чем-то провинился мой сын, раз вот так все случилось. Она, единственное мое оправдание, почему именно в джазовой программе она присутствует, это была одна из самых любимых композиций одного из первых джазовых бендов в СССР. Был прекрасный джаз-оркестр Якова Скомаровского. Это была, был их гвоздь программы, они всегда ее играли. Она называлась «Моя красавица». Тут же русские люди, они подхватились, куча пародий вышла. «Красавица моя красивая, как свинья» — одна из пародий. «Старушка не спеша дорогу перешла», ну и так далее. И в 1940 году ученик 9 класса ленинградской школы Павел Гандельман написал новый текст к этой песне в Кейптаунском порту. И она вообще ушла в народ и поныне там находится. Я ее спою вот в том варианте, в каком ее продали за $30. Да, переводится она... В английском тексте есть всего лишь одна фраза на идиш «By Mir Bistushain», она переводится как «Для меня ты красавчик». Then it came inside my heart, realized that this girl was new to me. You really swell, I have to admit you. There's expressions that really fit you. And so I wreck my brain, hoping to explain anything that you do to me. By me, Mr. Shane, please let me explain. By me, Mr. Shane means you are grand. By me, Mr. Shane, please let me explain. So kiss me the fair. Спасибо.
Что, может, позовем кого-нибудь из зала спеть? Вот я как раз хотела. В нашем городе произошло недавно событие в музыкальной жизни, в музыкальном мире нашего города. События пока известны узкому кругу людей. Родилась еще одна группа. Называется она Art Time. Пока это квартет. И я хочу представить вам ее руководителя, Сергея Жукова. Замечательный музыкант, гитарист, певец. Сереж, ты где? С гордостью хочу сказать, что мы давно уже вместе работаем, сотрудничаем и даже поем дуэтом. И вот единственная песня, которая уже звучала в прошлогоднем концерте, после этого концерта мы с Сережей ее подхватили и в течение года уже с удовольствием поем. «Щека к щеке». Ну вот сейчас у нас будет дуэт. Сереж, ты не против? Ну то, что сейчас будет, это чистый экспромт, в общем-то, ну, в этой ситуации. Предупрежден, вот буквально но... вот но тем не совсем менее, недавно. Я хочу сказать спасибо этим ребятам за то, что есть такая возможность вообще услышать джаз в Иванове. Спасибо Саше, спасибо всем, Сарасу. Особое спасибо Тане. Благодаря ее энергии, ее настойчивости, ну, происходят многие вещи. И этот концерт, в частности, все-таки инициатива больше, да, Саш? Спасибо вам, ребят. Cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek.
Квартет Art Time. Я очень надеюсь, что следующей, ближайшей осенью... Спасибо большое, спасибо. Очень надеюсь, что ближайшей осенью, может быть, в сентябре, октябре, мы услышим этот прекрасный квартет. Да, может быть, сделаем совместный проект. Очень хотелось бы сделать совместный проект. И позовем всех вас, дорогие друзья. Спасибо огромное. Я сейчас тоже сделаю небольшое объявление. В 79 часов Саша приехала, она хитрая оказалась, девушка. Оказывается, она сегодня еще играет в Иванове, опять же. Она в ресторане «Встреча» с моим другом Стасом Майногиным, ярославским саксофонистом. Они с новым ансамблем, с какой-то новой программой сегодня выступают в 9, да, Саша? Так что, если у кого есть желание продолжить джазовый вечер, можете в ресторан «Встреча». Это бывший сад 1 мая. Там находится он. Ну да. Сходите. Я, может, тоже пойду. А мы сыграем заключительную пьесу, которая называется «Impressions», «Впечатление». Thank you.
Александр Могилевич, Сергей Коцов. Спасибо. Виталий Клашев, Анатолий Выборнов, Татьяна Выгачева, ансамбль «Сарас». Спасибо за внимание. Очень Владимир рад, Сироткин. Мне очень нравится одна фраза, она звучит так: «Музыка вымывает из души пыль повседневности». Мне кажется, что мы сегодня так хорошо постирали пыль с вашей повседневности надолго. Я надеюсь, пыль не накопится. Ну, а как накопится, приходите к нам. Мы с удовольствием поработаем над этим. Если вы позволите, я сегодня не один раз всего представляла музыкантов. Я хочу сказать огромное спасибо. Это удивительные музыканты. Талантливые, профессиональные, а главное, что еще и люди очень хорошие. Анатолий Выборнов, Виктор Юклашев, Владимир Сироткин, Сергей Косов, Саша, спасибо тебе. Мне кажется, теперь все твои поклонники, в том числе и мы, те, кто на сцене. Ну и руководитель группы «Сарас», наш гуру, Александр Сокуров. Спасибо вам большое. До новых встреч.